Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге «Великие музеи мира» Микеланджело Меризи де Караваджо. «Смерть Марии», 1605-1606 годы, холст масла 369 на 245, большая картина. В этой картине, написанной для алтаря Римской церкви Санта Мария делла Скала в Траставере, Караваджо, художник-реформатор, дает свое истолкование традиционного сюжету Успения Богоматери. Традиционный уход из жизни Девы Марии не расценивался трагедией, поскольку дожившая до старости Богоматерь после смерти вознеслась на небеса и воссоединилась навеки с горячо любимым ею сыном. Караваджо же увидел в этом сюжете именно трагедию, погрузившую в глубокую скорбь апостолов. Изображение усопшей девы слишком красноречиво говорит о пережитых страданиях и смертельных муках. Ее тело написано с той степенью реалистичности, которой не были готовы заказчики работы. К тому же модель для Пречистой Девы послужила близкая знакомая художника, девица легкого поведения. Это служило причиной отказа заказчика от готовой картины. Ну, такое описание к работе «Смерть Марии», автор Микеланджело Меризи ди Караваджо, 1606 год, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Da-da-da.